Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Карачаево-Черкесия вошла в число 8 субъектов страны, которые в опережающем порядке получат финансирование на строительство жилья. В эти дни на базе центра «Мой бизнес» региональной столицы проходит тренинг «Азбука предпринимателя». В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкесска высадили саженцы секвойи. И уже в следующем месяце в республике пройдет масштабный всероссийский фестиваль воздушных шаров. Далее об этих и других темах. По-прежнему работает горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации, отметил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства, мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки. Получить информацию можно не только на горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Открыта и горячая линия Миноборнауки России по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в вузах. Студенты могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснение о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты – и психологическую поддержку. Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 800 222 55 71. Еще раз повторю, 8 800 222 55 71. Карачаево-Черкесия получит в опережающем порядке финансирование на строительство жилья, реконструкцию систем питьевого водоснабжения, а также повышение сейсмической устойчивости домов. Средства будут выделены республике и еще 11 регионам России благодаря перераспределению бюджетного финансирования. То есть средства, которые планировалось израсходовать в 2023 и 2024 годах, будут направлены субъектам уже сейчас. Опережающее финансирование – это возможность придать ускорение реализации федеральных проектов «Жилье» и «Чистая вода», создать ряд новых инфраструктурных объектов. Более половины выделенных средств будет направлено на строительство жилья в 12 регионах. Это 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Помимо Карачаево-Черкесии, финансирование получат Татарстан, Удмуртия, Чечня, Краснодарский край, Костромская, Липецкая и Самарская области. Еще одно направление опережающего финансирования – реконструкция систем питьевого водоснабжения. На эти цели 10 регионам в этом году будет выделено около 2 миллиардов рублей. Уже сейчас в рамках федерального проекта «Чистая вода» в республике строятся крупные объекты водоснабжения. Они обеспечат чистой водой более 66 тысяч человек, проживающих в 26 населенных пунктах. Это Карачаевский групповой водопровод, объекты водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса «Тиберда-Дамбай». Кроме того, еще два объекта водоснабжения обеспечат чистой водой жителей 15 населенных пунктов Хабесского, Абазинского, Адыгехабльского и Ногайского районов. Завершить строительство всех объектов водоснабжения планируется поэтапно с 2022 по 2025 годы. В республике по-прежнему ситуация с коронавирусом непроста. Ежедневно выявляется порядка 90 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных за два года борьбы с этим заболеванием в Карачаево-Черкесии составило 49 692 человека. Из них 47 511 выздоровели, 984, к сожалению, скончались.
В настоящее время госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах чуть менее 30 человек, а остальные проходят лечение в изоляции и находятся под наблюдением врачей. Пенсионеры и селяне, получающие повышенную на 25% фиксированную выплату, продолжат ее получать, даже если переедут в город, либо если сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Новая форма действует с начала этого года. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства происходит автоматически, без обращения в пенсионный фонд. Напомним, неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж, с 1 января 2019 года начали получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, инвалидности. В этом году с увеличением с июня фиксированной выплаты к пенсии до 7 220 рублей увеличился и размер сельской 25-процентной надбавки и составил 1805 рублей, а для получателей страховой пенсии по инвалидности третьей группы 902 рубля. С начала действия закона право на установление надбавки к фиксированной части страховой пенсии получили порядка 1500 жителей Карачаева-Черкесии. МВД по Карачаево-Черкесии в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не забывайте, что работники банков никогда не звонят клиентам с вопросами о персональных данных и не пугают потерей денежных средств. Они не просят назвать данные банковских карт клиентов, либо поступившие посредством СМС одноразовые пароли. Кроме того, работники финансовых учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на неизвестные счета. И в продолжение этой же темы. Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры. Информацию комментирует заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7000 сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. В эти дни на базе центра «Мой бизнес» Черкесска проходит тренинг «Азбука предпринимателя», участники которого могут узнать об основах предпринимательства, юридических аспектах, нюансах составления бизнес-плана, маркетингового плана, калькуляции себестоимости и многом другом. Мероприятие проводится в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На курорте Архыз к концу текущего года запустят новую канатную дорогу гондольного типа под названием «Орбита». Ее протяженность составит более 2 километра, а пропускная способность – 1200 человек в час. Канатная дорога будет отвозить туристов на высоту 3014 метров прямо на хребет Абишира-Ахуба к самой высокой смотровой курорта. Кроме того, до конца этого года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию гараж «Ратрака» в поселке Романтик площадью 730 квадратных метров, магистральные сети инженерно-технического обеспечения, автодорогу в туристической деревне Лунная Поляна и парковку автомобильного транспорта на 419 машиномест. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкесска» высадили 12 саженцев гигантского дерева секвойи. Организаторы первой в мире кругосветной экспедиции, совершенной дважды на одной и той же машине, это знаменитый УАЗ-452 «Буханка», посадили в республиканской столице саженцы вечного дерева. Это число выбрано не случайно, а в честь каждого муниципалитета Карачаева-Черкесии. Высота этих гигантов, которые появились на Земле 140 миллионов лет назад, достигает 115 метров.
Ширина 12-14 метров, а толщина коры 30 сантиметров. Его саженцы организаторы высадят по всему Северному Кавказу, в Архызе, Пятигорске, Нальчике, Магасе, Грозно, Махачкале и других городах. Яркий разноцветный УАЗик жителя подмосковного Чехова, путешественника Саши Холодного, знают в Европе, Африке и Южной Америке. На легендарной буханке он вместе с командой исколесил 49 стран мира и намерен на ней впервые в истории человечества покорить весь свет. На днях команда путешественников прибыла в Карачаево-Черкесию. В рамках празднования столетия государственности Карачаево-Черкесии на территории республиканского ипподрома 15 и 16 октября текущего года пройдет Всероссийский фестиваль воздушных шаров «100 лет на высоте». Мероприятие, которое станет еще одним ярким событием в юбилейный для региона год, организованное Министерством туризма и курорта в республике, и будет проводиться впервые. К участию привлечены команды аэронавтов из 21 региона России. За единовременным запуском и полетом красочно оформленных воздухоплавательных средств смогут наблюдать 200 тысяч зрителей. Кроме того, каждый вечер фестиваля будет украшен завораживающим музыкальным световым шоу «Ночное свечение воздушных шаров». А любителям активного отдыха и ярких впечатлений будет предоставлена возможность полетать на аэростате и встретить рассвет во время свободного утреннего полета. Для удобства туристов на протяжении двухдневного фестиваля будут параллельно работать зоны отдыха и фудкорта, а также целый ряд интерактивных площадок с большим количеством эвент-мероприятий с вовлечением гостей фестиваля и концертно-развлекательная программа. Ну и последняя информация. Во Всероссийском детском центре «Смена» продолжаются президентские спортивные игры, в которых сражаются победители региональных этапов, а это 972 школьника из 81 субъекта Российской Федерации и команды из Донецкой и Луганской народных республик в составе 24 человек. Помимо состязаний, ребята ждут образовательные, творческие и патриотические мероприятия. Они посетят экскурсию во Всероссийском учебно-тренировочном центре профмастерства «Парк будущего», пообщаются с известными спортсменами и сдадут нормативы ГТО на физкультурно-спортивном празднике «Большой старт». Развить волонтерские навыки сменовцы смогут в добровольческом празднике «День добра». Команды спортсменов больше сплотятся благодаря участию в отрядной работе и вечерних мероприятиях. Патриотические мероприятия сформируют у ребят гражданскую идентичность и повысят интерес к изучению истории России. В числе таких событий – торжественная церемония подъема государственного флага России, экскурсия по аллее российской славы, поисково-просветительская экспедиция «Имя России». Карачаево-Черкесию представляет команда 5-й гимназии «Черкеска». Ребята показывают хорошие результаты. Девочки в соревнованиях по волейболу вышли из группы с первым местом в 1/16 финала. Мальчики заняли 8-е место по легкой атлетике после трех видов. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В горах местами плюс 16-21. В Черкеске днем слабый дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 26. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова.